Сегодня в городе подвели итоги летней оздоровительной кампании детей. Самых достойных работников отметили благодарственными письмами. Ими наградили не только педагогов, но и представителей городских служб. Тех, кто отвечал за безопасность в этом году, отдыхающих было больше. По сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось на 1000 человек. К примеру, в Чайке летом ввели дополнительную 4-ю смену. Несмотря на нежаркое лето, почти в 2 раза больше детей побывало в палаточных лагерях. На полную работали школьные площадки и трудовые отряды. Василий Толстой отметил важную роль летней кампании не только в организации отдыха, но и в воспитании будущих граждан. Всего же в Кунгуре этим летом отдых был организован для почти 7500 детей. Грамотно организованный детский отдых – это прежде всего хорошее настроение, здоровье и новые друзья. Считаю важным отметить, что основной задачей педагоги ставят организацию летнего отдыха таким образом, чтобы неотъемлемой частью стало патриотическое воспитание детей, их приобщение к духовным и культурным ценностям.